spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinningline. Сегодня у нас в обзоре костюм Elite Barrier от российского производителя компании Novatex. Он разработан на основе классического противоэнцефалитного костюма и состоит из куртки типа анорак и прямых брюк, а также имеет матерчатый чехол для хранения. Ткань используется смесовая. Отличительной чертой костюма является большое количество ловушек для клещей. Давайте поближе его рассмотрим. Начнем с куртки. Она имеет неотстегивающийся капюшон с жестким козырьком и регулировки в виде двух утяжек с пластиковыми кнопочными фиксаторами. Также капюшон снабжен противомоскитной сеткой на молнии. Она отстегивается или заправляется в специальный кармашек. В районе шеи находится верхняя ловушка для клещей. Сама ловушка представляет собой матерчатую планку, обшитую изнутри белым материалом. На таком фоне клещи хорошо выделяются, и их легко будет удалить с одежды. Спереди находится молния, а также матерчатое крепление, например, для компаса или рации. Также есть объемный грудной карман на молнии. Рукава усилены в районе локтей дополнительными матерчатыми вставками и тоже имеют ловушки от клещей. Каждый рукав утянут резинкой и оснащен плотной трикотажной манжетой. Внизу куртки расположен большой сквозной карман по типу муфты. Он застегивается на две молнии. Полу куртки можно затянуть резинкой и зафиксировать кнопочными фиксаторами. Здесь же находится защитная юбка, которую можно заправить в брюки. Перейдем к брюкам. Их пояс имеет эластичную резинку и оснащен шлевками для ремня. Застегиваются брюки с помощью пуговицы и молнии. Молния скрыта защитной планкой. Для удобства у брюк есть 6 карманов. 2 боковых и 2 задних застегиваются при помощи молний. Карманы также защищены планками. На бедрах расположены нижние карманы на липучках. Также здесь располагаются нижние ловушки для клещей. В районе коленок брюки усилены матерчатыми вставками. Низ брючины, как и рукава, снабжен резинкой и плотной манжетой. Также здесь сшиты штрипки, которые не позволят задираться одежде во время ходьбы. Осталось лишь добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые, интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал.
На этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinning Line.